Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре кран по сбору криптомонеты Tron. И называется Tron King. Здесь кран, игры, реферальная программа. Ну и все. Здесь статистика, такого нет ничего. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, два раза пароль, капча. Кликаем зарегистрироваться, входим по почте. Имейл адрес надо мне. Так. По почте и паролю. Так, разгадываем капчу. Логин. Попадаем в кабинет. И вот у меня на балансе такое количество монет. 0. Так, потом я сохраню. Ай-яй-яй-яй. Так, значит, 0.0476. Кран, игры. Ну и все такое, значит. Ну, здесь всякие конкурсы, кран. Здесь реферальная программа у нас. Находится партнерская ссылочка. Далее, что здесь? Транзакции у меня нет ничего. Валет кликаем эту депозит. Он нам не надо. Вывод. Сюда прописываем адрес, когда будет что выводить, сюда сумму. И минимальный вывод 15 TRX. Так. Далее, что еще нужно сделать, друзья? Вот здесь вот видите. Также игры и меню идет. Так. Далее. Клику. Подтвердить адрес электронной почты. У меня он не подтвержден. Кликаем подтвердить. Далее нас перебрасывает в настройки. Настройки, они вот здесь находятся. Сеттинг, видим, да? Здесь подтверждаем адрес электронной почты. Здесь изменяем пароль, если при необходимости. Ну а дальше установить двухфакторную защиту. Вери email адрес. Кликаем. Ждем. На почту, наверное, должно прийти письмо. Да. Идем на почту. Идем на почту. И подтверждаем почту. Потому что если мы не подтвердим, нам, скорее всего, не дадут вывести. Угу. И вот нужно кликнуть. Ой. Кликаем. Перебрасывают нас опять на кран. Все. И что нам тут пишут, значит? Ага, проверено. Поздравляем. Ваш адрес электронной почты для тополя. И что нам тут дают? Смотрите, какую-то награду. И 10 бесплатных вращений. Кликаем «Собирать». Идем домой. Так, пожалуй, нажмите, чтобы продолжить зарабатывать. Идем домой. И что? Кликаем «Кран». Поставлю на оригинал.
Потому что смещается, видим, да? Там не ставится. И вот 10 сразу вращений бесплатных. Мне пока дают 0.0053x. Ставлю на оригинал. Давайте соберем. А нет, смотрите, 0.01. Вот сколько мне дали. 9. Ну, неплохо. Еще. А так сбор один раз в час. И неплохо. Видим, да, вот баланс увеличивается. И еще соберем. Два раза они увеличиваются. Еще. И еще. Все. А так сейчас мне дадут 0.2053x. Баланс видим, да, увеличился. Разгадываем капчу. А все. Что я? Так пошел таймер отсчет. Теперь через час. Так, далее. Здесь что у нас? Идут игры. Это вот такая игра. Кости. Ну, не заигрывайтесь сильно. Здесь вот ставка уже стоит 100. И здесь будут отображаться мой бет. Все участники, которые. А это лично ваше. Чтобы не про это самое. Давайте попробуем. Не авто надо. Проиграла, видите? Так. Так. Опять проиграла. Не, вот видите, тут выиграла. Ну, да. Ну, чтобы это самое не заигрываться, чтобы не профокать все монеты. Так. Потом что? Вот такие слоты есть. Здесь, конечно, да ну нафиг. Как-то я у них не играла, не знаю. А давайте попробуем, чё я. Тут ставка по 100 монет, что? Авто поставлю, да? Ух, тут. И вот 100 монет. Можно выиграть, можно проиграть. Сейчас посмотрим. Угу. И далее выиграть, видите? Все, больше не играем. Потому что это все замануха. Так, слоты. Вот это я не знаю. Тоже смотрю, люди играют. Майнер. Далее. Так. Возвращаемся в игры. В рулетку я играла. Я играла в рулетку. Что я играла? Значит, здесь ставим ставку. Я поставлю 100 монет. И я поставлю просто, что можно выбирать как бы вот эти, да, цифры, как бы число. Я поставлю просто красное. 100 красное, да? Ставка такая. Чтобы или одна из красных, не именно какая-то цифра. Так, и что? И смотрим, что сейчас выпадет. Выпало черное, видите? Я проиграла. Авто, что у нас тут? На авто я еще и не пробовала даже играть. Так, что у меня тут стоит, да? 100. Так. Тоже и красная стоит. И здесь...
Так, да ну нафиг, не буду я. Заиграюсь, проиграюсь. Жалко монет будет. Так, и что? Сама такая, я играла в покер. Вот. Здесь тоже ставочка стоит. Видим, да? И как бы... Вот, ну что, вот так выбираем. Кликаем. Открывается. Я ничего не выиграла, как бы. Не сидёт, если бы у меня было бы три короля, да, я бы выиграла, да? И еще с гранём. Пара. Так. Кликаем. Да, я выиграла, видите? Вышел сет. 200 монет. Ну, как бы. Можно играть, но не заигрываться, конечно. Потому что, чтобы все не профукать. И нифига. Вот. И тут пара девяток. Посмотрим. Две пары, видите? Выиграла в том, ну, такое количество. Вот. Ну, как-то так. И что-то на колокольчик мне пришло. Ну, тут то, что все подтверждено. И все такое. И вот из этих игр, то, что мы, я играю, да, будет увеличиваться вот этот, как бы, уровень. И увеличиваться кран. Это очень долго надо играть, чтобы, да, увеличить. Так что я не хочу сказать, что каждый час захожу. Ну, стараюсь, как бы. Вот кому интересно, собирайте монеты. Будет минималка, наберу. Естественно, будет видео по выводу монет. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.